лучшие среди юных музыкантов. Критерии отбора – участие во всероссийских и международных конкурсах, музыкальные достижения, подтвержденные дипломами. На сцене Государственной филармонии премию юным дарованиям вручил мэр Улан-Удэ. Премия была учреждена под 90-летие Бауи Пилова. И с того момента 25 человек получили именную награду. Премия вручается единоразово. Размер этой премии 3000 рублей. Учредителем этой премии является мэрия города Улан-Удэ. Участники конкурса – ученики детских школ искусств. Среди 11 номинантов только 5 обладателей премии. Мне вручили, потому что я много занималась. Я не покладала руку, всегда брала аккордеон в руки. Хорошо учила ноты, хорошо готовилась к конкурсам. Участвую я в конкурсах «Курим на Дон», «Найдл». Ну, один раз ездили в Астану, там был международный конкурс «Салют талантов». Первый концерт дали преподаватели детских школ искусств города. В программе инструментальные и вокальные произведения известных русских и бурятских композиторов. Музыкальный сезон обещает быть ярким и насыщенным. В этом году запланировано 25 концертов, которые дадут учащиеся музыкальных школ города. Дмитрий Забельский, Вячеслав Сердюченко, «Новости дня».